Всем привет, я Юлия Андреева с прогнозом погоды на субботу, 1 мая. Спонсор прогноза погоды — салон «Штор Белая река». Ты можешь контролировать солнце салоном «Штор Белая река». Солнцезащитные системы для вашего дома, рулонные шторы любого вида. Салон «Штор Белая река». Солнце столько, сколько нужно. Не самую радужную погоду обещают нам синоптики на этот праздник труда. В большинстве районов будет пасмурно, дождливо, в среднем дневные часы от 5 до 7 градусов тепла. За исключением Слободского, здесь малооблачно, также не без дождей, но уже плюс 8, в Котельниче плюс 10 и малооблачно. В Кирове в субботу будет пасмурно и дождливо, днем ожидается плюс 8, плюс 9 градусов, ночью до плюс 2. Ветер подует западный со скоростью до 3 метров в секунду, влажность воздуха составит 66%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, магнитное поле будет спокойным. В субботу солнце встанет в 3:46 утра, закат можно лицезреть в 19:30, луна по-прежнему убывающая. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на субботу, 1 мая. Удачных праздников! Счастливо!